товарищ полковник, задание по перегонке Анка 48-61-734 выполнено. В отчасти исправно. Командир отряда подполковник Жиляков, здравия желаю. И видим мы вас. Поздравляю. Сегодня в рамках исполнения государственного оборонного заказа в нашу часть прибыли и приняты на вооружение два новых самолета семейства Антоновых Ан-148-100 крайней модификации Е. Данные воздушные суда являются современными, оборудованы новым пилотажно-навигационным комплексом, имеют экономичные двигатели, что позволило значительно увеличить летно-тактические характеристики по сравнению с воздушными судами, которые на данный момент находятся на вооружении. Это приводит к повышению безопасности полетов, к увеличению боевых возможностей полка по перевозке личного состава, как в количественном, так и в пространственном качестве. То есть перевозим больше и везем дальше.